хочу осветить это мероприятие. При чем тут Лёва? Я вот здесь дверь открыла. А вы представляете ДК? Конечно. Работаете в ДК? Конечно. И еще и здесь находитесь? Ни в коем случае, ни в какой партии. Ни в какой партии не нахожусь. Я тоже, кстати, вас поддерживаю в этом. Я считаю, что ни одна из них того не стоит, чтобы я в нее вошла. Вот я тоже так же говорю. Мы с вами солидарны. А здесь-то за столом у тебя что делать? Сижу. За порядком. Это мое учреждение. Как я не буду сидеть за порядком не наблюдать? У меня вообще там дети еще занимаются. Все правильно. И договор заключен. Ну что это за ответ такой был? А вот не скажу. А как это а так? Вот не буду говорить. А как же так? Вы прессе-то не говорите. А зачем я буду говорить прессе? Угу. Приходите официально. Будем отвечать на ваши вопросы. Приятно. Ну ответ запомним вот этот вот. Вот этот ответ мы запомним. А мужчины тоже сотрудники? Да. ДК? Угу. У нас вообще 25 человек, что? Ну что, товарищ сотрудник, рассказывайте, что вы здесь делаете? Директор охраняет. Ставлю. Женщина сидит, а я ставлю. То есть, к двери отношения не имеете к партии тоже? Не хочу. Это первый берет, что ли? Это первый берет? Да. Чувствуется, опыт есть? Есть. Вообще не с органами. Ну да, судя по лицу, есть. Хорошо. Спасибо, хороший кадр. Ну что, пойдем? Что хочешь? Куда? Туда? Конечно. Пошли. Пошли. Почему? Ну что, мы пойдем? Не пущу, ребят, но извините. Вы же директора, не будете отталкивать от двери. Мы вообще никого отталкивать не будем. Я директор? Да. А это мой подчиненный, да. А потому что я не разрешаю. А на каком основании? А на таком основании, что это мероприятие. У вас нет в списке. У вас нет в списке, как я вас пущу туда, если это мое мероприятие. Как я вас пущу туда? Ваше? Конечно. Я отвечаю за порядок, я поставила в известность. Чтобы они приехали, посмотрели, проверили. У нас вообще перед каждым мероприятием приезжают. Органы проверяют. Ну и все. А, извините, вас в списках нет. И что? Откуда я знаю, давайте внесем нас в списки. Сейчас мы приедем без проблем. Да, без проблем. Вы внесете в списки. Ой, даже можно завтра зайдем. Завтра нам нужно мероприятие проходить. Ты чего же там хаясь? А может вы в курсе, что там происходит? Праймерис там происходит. Правильно. И вранье, самое настоящее вранье. И когда высказали меня, предложили мне работу, идти туда работать, я говорю, мне миллион платить каждый месяц, я к вам работать не пойду. Ни в Единой России, ни в ЛДПР, ни в Справедливой России, что у нас там, ни партии, хотя сама партийная была. Снимайте, снимайте. Все партии врут? Почти все. Так, почти все? Почти все. А какие не врут? Не скажу. Но я не Единой России. То есть Единая Россия врет? Нет, почему? Ну ладно, с чего что? Давайте на чистоту. Меня устраивает пока сейчас то, что я не стою в очередях. Я детей воспитала, детей всех обучила в это время. Живете на фабрике? Нет. 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 Хорошо.